Вологде выбирают лучшего электросварщика. За победу в конкурсе профессионального мастерства электросварщиков машиностроительного комплекса сражаются 13 человек из Вологды и Череповца. Какие испытания ожидают участников, узнавала Полина Солота. Здесь только самые лучшие победители конкурсов на своих предприятиях. На этом этапе свое мастерство показывают 5 электросварщиков из Череповца и 8 из Вологды. Одно из заданий – это сварить 2 железных листа. На это отводится 2 часа. Да нет, не тяжело. Все хорошо. Победит сильнейший. Для того, чтобы выполнить это задание, мастерам приходится проявить смекалку. Нужно самому выбрать способ для сварки 2 железных деталей толщиной 6 мм. Все участники должны выполнить образцы 2 способами сварки. То есть 3 варианта предлагаются каждому участнику. Это ручная дуговая сварка покрытыми электродами, аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов, в частности аргона, и механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов. Как участники справляются с заданием, наблюдает жюри. У каждой кабинки во время работы конкурсанта дежурит представитель экспертной комиссии, который следит за временем и соблюдением правил безопасности. Все, вот сварщик выполнил. Сварил весь образец. А за сколько выполнил по времени? 5:36. Отвечали участники и на теоретические вопросы, ведь любой сварщик должен на зубок знать основы теории сварочных процессов. Несмотря на то, что все мастера трудятся по этой профессии уже не первый год и любят свою работу, перед испытаниями они волновались. Первый этап прошел на ручную дуговую сварку. Как бы не очень сложно, но нервничал, рука тряслась, так что не особо, может, и хорошо выполнил. С одной стороны, выявить кого-то лучше, с другой стороны, кто-то, если хуже, то посмотрит, получится, в следующий раз, может, победит. Так что все равно нужно такие проводить мероприятия. Выявить талантливых специалистов машиностроительной отрасли и повысить престиж рабочих профессий. Такие цели ставят организаторы конкурса. Такие профессиональные состязания проводятся в Вологде уже 13 лет. 30 августа выберут лучшего маляра, а в сентябре станут известны имена победителей среди токарей и фрезеровщиков со всей области. Полина Салата, Антон Лукьянов, Вологда Портал.